Ну что, let's go, ребята! Камызяки живут, серьезные люди. Нап-н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 ап. Москвинов вообще счастливыми будем. Нап-нап, нип-нип, нап. Повториться очень хочется. Москвинов вообще счастливыми будем. Нип-на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 п. Что в переводе с камызякского? Лабакар Юрмала! Привет-привет-привет! Друзья, вы, наверное, знаете, а к черту сомнения, вы точно знаете, что Камызяк — это такой небольшой российский городок. Но очень многонациональный, очень многонациональный. Я вам сказал секунды ранее, не поленился повториться. У нас все есть. Русские, казахи, вот армяне есть, белорусы. Да-да-да-да, совершенно верно. Камызяк — это такой СССР-пробник. Да, мы живем дружно, но плохо. Что? Что говорите? Латыши? Нет, латышей нет. Алкаши есть, латышей нет. Что? Латыши и алкаши? Латыши и алкаши вообще в природе не существует. Что уж прям мужчина, скажете тоже. Русский, что ли? Ну что, камызяки, let's go за Кивином! Друзья, а теперь давайте вы нам поможете выиграть Кивин. Давайте для этого придумать нужно песенку. Давайте, любое слово, пожалуйста, любое слово. Мужчина. Качели, да? Отличное слово. Качели, да? Качели когда? В юном месяце апреля, вот девушка говорит. Ха-ха, приколисты, такая песня есть. Вы что, меня подловить хотели, что ли? Давайте будет не качели, а будет коктейли. И в пятизвездочном отеле, да? А, поехали. В пятизвездочном отеле двое нас и гаснет свет. Алкогольные коктейли начинают свой разбег. Мы давно уже не дети, ты уже разведена. Мы попили, мы поели, а теперь иди сюда. Себе хлопайте, себе, вы сами все это придумали, ну? Если бы этот человек жил в Камызяке, мы бы не играли в КВН, а спонсировали его. Встречайте, самый богатый человек России, Михаил Прохоров! Дядя Миша, ты мой дядя дорогой, мне уже... Лабакар, я здесь не просто так. Я хочу стать следующим президентом Латвии. А что, сейчас у вас президент-миллионер, а будет миллиардер. Как говорят в России, чтобы градус не понижать... Оставь, оставь, оставь. Михаил, вот вы миллиардер и до сих пор холостой. Почему? А может, я и миллиардер до сих пор, потому что холостой. Но скоро все изменится. Потому что здесь, в Юрмале, я наконец-то нашел свою любовь. Кстати, она сейчас в зале. Не вставай, подруг не будет. И пользуясь случаем, хотел бы признаться ей в любви. Пожалуйста, но у нас музыкальный фестиваль. Мэй тенес, зель тенес, клаус из капукст, мана сердц, тыги дым, тыги дам. Мэй тенес, зель тенес, теф, яутапат, вина пукст, тыги дым, тыги дам. Дамы и господа, уникальный номер. Впервые русские деньги пляшут под латышскую дудкас. Встречай, Юрмала. Первое в истории выездное заседание Камызякского суда. Встать, суд идет. А то опять ругаться будет, сами же знаете. Да отдай! Отдай! На! Не носи ты эту фуражку по Юрмале, как придурочный.
На него латышские бабушки смотрят и крестятся, думают: «Господи, опять СССР начинается!» Все, хватит ржать, давайте, тысяч тут начинается. Славка, не ржи, давай, вставай, вставай! Попался? Та-дам, та-дам, та-дам! У российского правосудия знаешь, какие руки длинные? А что я сделал? Что я сделал? Ты зачем у мэра синтезатор украл? У нас сейчас в Камызяке день города под вопросом. Я на новую волну приехал. Вот дурачок. Кто с настоящим синтезатором на новую волну приезжает? Что ж ты прям такой наивный, а? Тоже мне Фрося Бурлакова. Давай показывай, что хотел петь. I'm your biggest fan, I follow you until you love me. Папа, папа, ради. Это туфта, это полная туфта. Вообще-то это Леди Гага. Леди Шняга. Надо нормальные жизненные песни петь, чтобы всем понятно было. Русик, помнишь, мы с тобой в машине всю ночь сидели, хохалывали, песенки переделывали? Помнишь? Ништяк был, да? Как там было? Уходи, дверь закрой, это все-таки мужской. С кем не бывало, правда, женщина зайдет? Ой, извините. А вот это вот нравится мне, когда ты голая на квартиру копишь. Что еще было, Русик? Все. Что, за всю ночь только две песенки переделали, что ли? Я протестую! Это не имеет отношения к делу! Так ты заткнись, понял? Заткнись! У нас кто? Ты адвокат, ты заткнись! Что-то не нравится, он подавай на депиляцию. Депиляцию, говорю. Правильно, депиляцию, сейчас приговор услышишь, будешь волосы себе рвать. Все, хватит ржать, давай, ты. Валя, дай сигарету. Ой, сигарету, говорю, приговор. Пластырь поменять надо. Силы воли нет, слабак. Так, Валя! Че ты вообще лезешь сюда? Это не твое? Это не ты нюх потеряла? Была бы мужиком давным-давно, как дал бы тебе. Хватит ржать. Че, пивунчик, давай, слушай приговор. Русик, подпевай. Бу! Та-та-та-та-ра-та-та! Деж! Та-та-та-та-ра-та-та! Си! Та-та-та-та-ра-та-та! Деть! Та-та-та-та-ра-та-та! Пять! Та-та-та-та-ра-та-та! Лет! Та-та-та-та-ра-та-та! Бу! Деж! Си! Деть! Пять! Лет! Та-ра-да-дам-да-да-ра-да-да-да! Все понятно уже, что за песня. Понял, Слав, ты будешь сидеть 5 лет. Ну, условно, условно, просто условно не помещается размер песни. Ты уж как певец, должен немножко разбираться в этих нюансиках. Все, хватит ржать, давайте, уже бесите меня. Все, давайте, суд закончился. Тыщ. Ой, тыщ, говорю. Мы же в Латвии. Тыщ. Друзья! Вы знаете, нам так безумно понравилось в Юрмале, очень безумно нам понравилось. Поэтому мы хотим пригласить отдохнуть вас к нам на курорты Камызякского края. Курорты Камызякского края. У нас вся грязь лечебная. Вот где упал, там и выздоровел. Очень просто.